Сегодня я расскажу, как быстро и невероятно вкусно приготовить щуку на сковороде. Пожарить щуку на сковороде несложно. Большее количество времени займет подготовка, чистка рыбы. Чтобы щука получилась золотистой, можно использовать кукурузную муку или в белую пшеничную муку добавить куркуму. Эта яркая солнечная приправа не только придаст красивый цвет, она весьма полезна. Щучка, приготовленная по этому рецепту, получится нежной и сочной. А компоненты каждого блюда подчеркнут ее вкус и подарят разные пряные ноты. Ингредиенты. Щука свежая. 1 кг. Мука. 100 грамм. Соль. 1 чайная ложка. Масло растительное. Для жарки. Щуку почистить от чешуи. Удалить голову, хвост и внутренности. Нарезать кусочками шириной около 2 см. Муку перемешать с солью. Каждый кусочек щуки обвалять в муке со всех сторон. На сковороде разогреть растительное масло. Положить обваленные в муке брусочки рыбы на сковороду. И последнее. Убавить огонь до среднего и жарить до золотистой корочки с обеих сторон. Примерно вся жарка займет минут 20-25. Приятного аппетита! Да, кстати, теперь я добавил ссылочку под видео всеми любимого магазина, Декатлон. Тут и товары для рыбалки, и все для путешествий. Короче, зацените. Ну и естественно, ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины тоже есть. Удачи!